Вот у нас Opel. Тут на нем немножко ограда есть. Вот, ну, интересная. Вот она, вмятина. Сейчас поставим лампочку, попробуем сделать ее клеем. Вот такой у нас опелечек Astra Turbo. Вот, и на ней вот такая неприятность. Размером как с фалангу пальца. Такая интересная вмятина, что-то шмякнулось на машину. Ну что, будем делать клеем. Вмятинка потихоньку уходит. Я ее так снимаю, в принципе, не особо вдаваясь в подробности. Все это делается клеем. Вот тут даже царапинки есть от того, как ее что-то падало. Ну, это заполируется хотя бы частично. Разбиваем, поднимаем, все просто. Очень недорогой китайский грибочек прекрасно справляется. Вот то, что осталось, пару мест таких проблемных, ну уже оно против того, что было, мелочи остались. Вот, вот это, конечно, чуть дно острое, придется разбивать, возможно, даже и долго придется повозиться, но ничего. Осталась мелочевочка, самое, что, как говорится, противное. Почему? Потому что сверлить мы не будем, такой возможности у меня не будет это сверлиться, да? А вот эти вот пожеванности буду убирать клеем, насколько это возможно. Ну, в принципе, уже так, если на улицу выехать, этого ничего не будет видно. Тем более на такой чистой машине. Вот, слегка закаканной. Я извиняюсь, и не умытой видно не будет. Вернемся еще раз к нашему месту. Сейчас автофокус заавтофокусируется. Да, еще дефектики видны, но это в лампе. Это видно все в лампе. Ну, доделать все равно надо. А иначе будет неинтересно. Еще чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще немножечко, потом еще разик, потом еще чуть-чуть. Ну, уже, в принципе, будем говорить так, на улице это будет заметить трудно. Еще вот здесь вот надо приклеиться. Вот это вот попытаться разогнуть. Крючком бы, конечно, я уже давно доделал. Но сверлиться нельзя. Поэтому сделаем клеем, насколько возможно. Так, вроде все ровно. Так тоже. Ну вот, была блямба, теперь ее не стало. Все четко, можно ехать домой. А вот и время.